В этот раз мы решили посетить уникальный памятник природы Урала, поражающий своей красотой даже искушенных туристов, визитную карточку Пермского края. Это комплекс скал, вытянувшихся на несколько километров вдоль правого берега реки Усьва, и находится он примерно в 400 километрах от Екатеринбурга. Hello. Мы сегодня выбрались в путешествие Пермский край и отправляемся на главную достопримечательность Пермского края – Усьвинские столбы. Оттуда открывается просто потрясающий вид на реку Усьва, на ее окрестности, на скалы. Идти нам 5 километров примерно вдоль реки, и потом еще крутой подъем в гору будет. Вот, но мы же подготовленные, ребята. Да. Кстати, добраться до вершины скал можно не только пешком. Можно договориться с местными жителями поселка о заброске на моторной лодке к месту подъема, либо, сплавляясь по реке Усьва, заодно посетить данный природный комплекс. Ой, есть зимние маршруты на лыжах и снегоходах. Прикинь, он дольше 17 километров, зимний маршрут, а летний 5. Ищем роднички, потому что в поселке нет ни одной колонки. Родники. Дорога до Усьвинских столбов, если вы выберете пеший маршрут, очень живописная. Есть, конечно, и сложные участки с уклоном и поваленными деревьями, но в сухую погоду это не доставит проблем. Thank you.
Природа, как невидимый скульптор, на протяжении многих лет шлифовала и совершенствовала свое творение. В результате получился уникальный памятник природы, который состоит из нескольких частей. Грот Столбовый – археологический и природный памятник. Скальная стена Столбов высотой 130 метров. И чертов палец – одиноко стоящая скала, которая и формирует уникальный вид памятника. Каким бы путем вы ни добрались до этого места, вы в любом случае будете вознаграждены красивейшим видом. Летом все вокруг цветет и зеленеет. Осенью буйство ярких красок поражает воображение. А зимой, добравшись до подножья скал на лыжах и поднявшись вверх, так приятно будет согреться чаем с кипяченым на высоте. И у каждого в сердце и памяти останется этот незабываемый уральский пейзаж.